Кроме цифровых часов с календарем и циферблатом в виде судейской таблички, новая достопримечательность оснащена Wi-Fi роутером и встроенной камерой, которыми может воспользоваться каждый. Оригинальную фотографию с символикой чемпионата мира можно отправить себе по электронной почте. При этом все снимки будут складываться в единую заставку на интерактивном экране. Все это время мы будем готовиться к этому важному событию. Говоря об инфраструктуре города, мы говорим о том, что она готова. Говоря о гостеприимстве наших жителей, мы говорим, что мы готовы. У нас есть очень хороший опыт проведения Олимпийских игр. Также торжественный старт хронографу дала олимпийская чемпионка Рио Елена Веснина, которая стала послом футбольного чемпионата мира 2018 от Сочи. И напомню, что перед Мундиалем уже в следующем году на курорте пройдет Кубок конфедерации по футболу, который станет генеральной репетицией перед Мундиалем.